Анонс и точная дата выхода 71-й серии турецкого сериала «Девушка за стеклом». 71-я серия сериала выйдет в эфир 23 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Налан встретилась с Хайри и хотела перед ним извиниться, так как считала, что он на нее обижен. Хайри стал спрашивать, когда она встретилась с Седатом, говорил ли он ей что-то, что могло ее обидеть. Налан ответила, что теперь Седат не сможет ее расстроить. Рафет и все остальные переживают за Седата, так как он внезапно пропал и не выходит на связь. Седат в это время хорошо проводил время в компании девушек, но все его мысли были только о Налан. Седат делает вид, что с ним все хорошо. Помимо этого, он считает, что Налан по-прежнему в него влюблена. Хайри сказал Налан, что у него была мечта. Она поинтересовалась, какая. Хайри ответил, что это Налан. К Рафету пришли дети и сообщили плохие новости о том, что их мать положили в больницу. Им необходимо срочно туда поехать. Седат пришел к Налан и сказал, что хочет с ней поговорить. Но она закрыла перед ним дверь и сказала, что им не о чем говорить. Только Седат не намерен просто так сдаваться. Он сказал, что хочет того, Налан или нет, она должна будет его выслушать. Музо становится свидетелем того, как маленькие дети бросились в объятия Хайри и стали называть его отцом. 71-я серия сериала выйдет в эфир 23 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.